Всем привет! Вы на канале Ната Лайф, и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Ребят, сегодня хочу приготовить очень интересный салат. Буду использовать вот такую вот крупу. Крупа называется киноа. Скажу честно, для меня это экзотика. Я эту крупу нигде и никогда не использовала. Буду готовить впервые. Просто недавно прочитала, что киноа богата белком, и в ней содержится огромное количество витаминов. Многие используют ее для похудения. Это крупа диетическая. Ну вот я и решила тоже попробовать. Выбор пал на салатик. Я порылась в интернете, нашла кое-какие рецепты. Ну, буду, конечно же, импровизировать. Добавлю что-то свое, что-то, может быть, не добавлю. В общем, сегодня впервые готовим киноа. Салат из киноа. Посмотрим, что у нас получится. Итак, приглашаю вас к себе на кухню и будем готовить вместе. Погнали! Итак, для салата я взяла 1 стакан крупы киноа, 1 огурец, 1 помидор, 2 сладких болгарских перца разных цветов, чеснок пару зубчиков и петрушку. Ну, а для заправки нам понадобится бальзамический уксус 2 столовые ложки, оливковое масло или любое другое растительное масло 2-3 столовые ложки, соевый соус 1-2 столовые ложки. Ну и для начала сварим нашу крупу. Я ее уже промыла. Перекидываем крупу в кастрюльку и добавляем 2 стакана воды. Пропорция 1 к 2. То есть 1 стакан крупы, 2 стакана воды. Ставим ее вариться. Когда вода закипит, уменьшаем огонь и варим примерно еще минут 20. В общем, до полного выкипания воды. Ну а дальше все просто. Нарезаем все наши овощи на небольшие кубики. Огурцы, болгарский перец, помидоры, ну и нашу петрушку. Можно добавить зеленый лучок. Теперь сделаем с вами заправку. Смешиваем 2-3 столовые ложки растительного масла, 2-3 ложки бальзамического уксуса. Можно взять обычный, но тогда, я думаю, хватит и 1 столовой ложки. А можно и вовсе заменить лимонным соком. Добавляем 1-2 столовые ложки соевого соуса и добавляем наш чеснок. Я его выдавила в чеснокодавилке. Можно добавить сухой. Все хорошо перемешиваем. Тем временем наша каша киноа готова. Пусть немного подстынет. Добавляем нашу подстывшую кашку киноа к нашим овощам и заправляем приготовленной ранее заправкой. Все хорошенечко перемешиваем. Пробуем на соль. Если надо, подсаливаем. И та-дам! Наш экзотический, вкусный и полезный салат готов! Друзья, готовьте на здоровье! Всем приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. Ну а мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующем видео. Пока-пока!